В 8-м лицее Ставрополя появилась мемориальная доска с именем советского летчика Николая Голодникова. Генерал-майор авиации в годы Великой Отечественной более 200 раз вылетал на боевые задания. На его счету 7 сбитых вражеских самолетов. После войны он был начальником Ставропольского высшего авиационного училища. Особое внимание всегда уделял молодым патриотам Ставрополья. Четверть века в общей сложности он отдал воспитанию подрастающего поколения. Это человек, который из прошлого, как говорится, до конца своих дней служил именно воспитанию подрастающего поколения. Ставропольский 8-й лицей уже год носит имя Николая Голодникова. Мемориальную доску открыли в день рождения летчика. Сегодня ему исполнилось бы 95. На открытие доски памяти пришли его друзья, выпускники авиационного училища, сослуживцы и близкие родственники. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы помните об отце, за то, что вы его не забываете, за то, что вы продолжаете как бы мысленно с ним разговаривать.